Вы давно в исламе? Ну, относительно нет. То есть у меня вообще путь был очень долгий. Для меня он очень интересный, потому как я шла к нему долго, наверное, это было с начала моей студенческой жизни. И начался этот путь с того, что я сначала познакомилась с людьми, мусульманами, которые были, ну, не совсем мусульмане, это были не самые лучшие, наверное, самые худшие люди в исламе. И этот путь мой затянулся, наверное, но тем не менее, альхамдулилля, Господь открыл мне вот эти вот метаморфозы, которые происходили в моей душе вот несколько лет, пока я дошла до сути истины ислама. Это было, конечно, такой интересный период. И, не знаю, мне кажется, если бы не милость Всевышнего и не его предопределение того, что мой путь должен был пройти именно так, именно закончиться вот в этой точке или начаться в этой точке, то, познав, наверное, вот тех мусульман, с которыми я повстречалась сначала, первоначально, я бы, наверное, думала, как и все остальные, что ислам — это зло. Это всемирное просто зло. Это не то, что террорист. Это просто ужас вообще. Это не люди, это ужас. Но Господь меня одарил, наверное, особыми какими-то, особым каким-то мышлением, либо наивностью какой-то, которая вот тоже, как у детей, да, мы говорили, что они ходят и наступают на одни и те же грабли несколько раз. Вот у меня, наверное, то же самое, пока вот эта вот упертость меня не привела к определенным выводам, к определенной истине. И когда я уже пришла вот к этой доброй истине, я уже тогда не смогла свернуть туда, откуда начала. Если человек не пришел в ислам, даже если он не пришел, даже если он никуда ни в какую религию не пришел, но если он стал адекватным, нормальным человеком, который совершает благие дела, да это уже хорошо. Потому что в моем окружении, в моей жизни вообще встречались такие люди, были и вот, как я говорила, да, мусульмане, которые творили вообще жуткие вещи, и при этом были атеисты, прям атеисты, которые отрицают существование Бога вообще, но при этом они делали такие дела, на которые, наверное, не способен каждый, вернее, не каждый мусульманин способен. Просто вот эти вот вещи, которые я наблюдаю вот вообще в привычной жизни в своей, для меня это, не знаю, я воспринимаю это как, наверное, какие-то уроки, какие-то открытия Всевышнего для меня, чтобы я тоже какие-то выводы делала из этого. Я думаю, это у каждого, мы, наверное, на каждом шагу можем видеть какие-то интересные вещи, просто другое дело, замечаем ли мы их.